Поехали, поехали, на в атаке защита Heroic, Мираж, есть две флешечки в руках Электроника, пешка в руках Симпла, ну и проход по зигзагу уже от Бумыча и Пита, есть внешка, ну сплит базы Б. Ну, активный, причем без фейка, без каких-то средних таймингов, минута 30 уже на пороге базы Б. Команда Na'Vi, правда, рефреш, ТС, сразу 2-3, энтри фрага, закрыто на базочке. Ну погоди, погоди, еще если задушат Тессеса, есть вариант разрулить, 2 в 3 убивают Тессеса, ставн, Электроник открывается на него, но неудачно, бит в полете, ставн ловит, смотри, да, все, походу. Так, ну что ж, Simple тут с диглом у нас пробегал, бегать в центр карты, никого не повстречал, рефреш открывается, хорошо здесь, вешает хэдшот по Александру, ну да, в целом пистолеты. Вот Na'Vi тут должны героик без проблем уже, тем более постфактум, справляться с этими действиями на центре. Выпад от Кейдиана. Ну, есть информация по двоим. Тут бы нафармить в идеале Кейдиану или Сьюшу. Все-таки МПХи у них в руках, а в следующем раунде уже против Калашей Галилов придется сражаться. Бумыч забрал рефреша, стаун добивает бита, перфекта. Да, вот он, наконец-то, фарм по одному убийству для Сьюша и Кейдиана. Дамага ему приносит, а вот вторая уже неприятно. Ты смотри, Электроник нашел гэп, и про него информации нету. Дым в хэлпу, ловит бит с Тетриса. Кэдина, хороший энтри, заход на аплэнд. Бит, второй хэдшот. Как же Валера разваливает здесь оборону. Хероик. Сьюш, ох, я уже думал, с ножом будет, но нет, МПшка в упоре. Разбирается с Бумычем. 3 в 4, потенциальный шанс еще есть у команды Хероик, но они, я так понимаю, отходят на сейв. Тессес. Походу, никто никуда не уходит. Нет, тут Александр никого никуда не отпускает. Какое бы желание ни присутствовало. Слушай, вот какой раунд, да? Так хитро, хитро. Ну, запускали, много шума создавали на центре. Ну, как минимум. Вышел с двумя фрагами, показываю на мышку, коврик Симпла. Там все жестко. Беспроводная, кстати, мышь. Обсуждаем мы с Романа время от времени. У кого какая. Да. Все в этот раз не на точке, а в качестве люркера спускается в андер. Полетел коктейль, рефреш, выпад. Но Электроник это все услышал. И, в принципе, противоборство здесь по действиям хорошо, отлично против рефреша. Хороший энтри. Ставн. Ну что тут, Валера? То кого по таймингам? Вчера по таймингам везло Ставну, но сегодня не вчера. 4 в 3. Бит, Электроник делают по фрагу с Сьюш на пленте, но только один минус. Моментальный синхронный пик с двух сторон. Симпл забирает Сьюша и последний Тессес. Тот самый 5-7 у него в руках. АЕшка, прострелы. Нет-нет-нет, из джангла не карты. Да, ну слушай, ну как только закуп у Na'Vi появился, тут развалочка для Хероик. Будем откровенны. Тут и близко в последних двух раундов. А тут бомба лежит. Да. Рожденные поджимать. Тут Хероик. Элик урабатывает Кедина Тессеса, есть размен. Ну, будут до конца фатиться тут за пачку. А, нет, смотри. Вот он заставил отогнать. Что-то они разобрались, то ли вперед, то ли назад бежать. В этом коктейле Молотова, Сьюш последний. Ну так, поднапрягли. Но в итоге один минус, в принципе, это так. А Na'Vi, потеря одного Электроника не критична. 3-2, 3-2. Симпл посматривает в листок. Кончились фнатыки у нас на Мираже. Но здесь, походу, немножко другой соперник. Но энтри удается тут найти. 2D на раннем тайминге. Потяни, рефреш урабатывает здесь бита. Очень качественно получилось. Такая вот заготовка в защите. Дали подсадочку. Фраг моментально. Два человека с Б перетягиваются на А. 4А уже стали Хероик. Это минута 25. У нас уже такой экшен произошел. Na'Vi, в свою очередь, играли дефолт медленно, по всей карте растянулись. Здесь, это еще одна аркада. Поджали с Б, поджали с А. Ну, ты вообще... Смотри. Это один и тот же рефреш. Как много действий, да, эти парни делают, и там, и сям. Ну, посмотрим, Na'Vi, насколько будут готовы. Но, как минимум, Simple, ну, ожидает. Ну, что тут, Simple, да, тут еще и удачный для него тайминг. Как же тут законтрил Александр капитана датчан. Что, и разворот? Да, смотри, после этого фрага принимают решение развернуться, рожденные побеждать. На базе Б остается ТСС. Ну и Хероик, потеряв капитана, пока что выжидают. Дым в яму, времени не так уж и много до окончания шестого по счету. 30 секунд у нас на таймере.
Тесса сможет в соло выиграть, если убьет двоих. Смотри, как хитро тут запуск вообще электроника под флеш. Ну, рефреш важнейшую перестрелку выигрывает, но... Но все равно один прямо здесь будет сейчас Тессис. Уже его спалили, не летит Тессис. Ну, это 3 в 3, бомба будет установлена, перфекта. Смотрит на Хансмейна немножечко. Тайминг плохой ловит, отдалился, но симпл размен 2 в 2. Сьюж и Рефреш, я так понимаю, попытаются сделать ретейк, но тут моментальная реакция у симпла. Рефреш остается последний. Все-таки не покидают его здесь желание ретейкнуть, но перфекта в строю. Радуются бум-бумы, еще очень заряжены сегодня Нави, кстати. Матч за выход на мейджор, на секундочку. Да. Выигрываешь best of 3, все, отдыхаешь. Кейдиан уходит на точку Б. Нави сейчас нужно принимать решение, куда же они в итоге пойдут. Наверное, все-таки на А, хотя Эликс забрал Тессиса в шорте. Тут дым. На Б загоняют на Авик. Хероик пытаются, по крайней мере, эту атаку. Так, Молотов Зик. И смотри, через андерграунд будут отходить. Перфекта, так, тут бы бомбу не потерять, моментально ушел. Так, ну Хероики что? Ну, судя по всему... Смотри, и Нави как разворачиваются обратно. Боже, как же они шатают этих Хероик просто. Бит, важнейший минус, забирает единственного опорника на базе А. Стаун пытается, да, он слышит, перетянулся. Элик боком забирает его Стаун. 16 секунд, плюс калаш. Стаун уже не даст поставить. 10 секунд, Стаун. А там никого нет! Думал, наверное, что Симпл с Авиком его смотрит, дергал здесь Стаун, но... Рефреш умудряется нашить здесь перфекта. 3 в 2. Это раунд с одним авиком, друзья. С одним авиком. Теперь уже два калаша. Это рефреш, это Стаун. Запрыгивает в окно. Бит плюс Симпл. Симпл слышал. Симпл попадает на ускоп. Стаун забирает его с коннектора. 3 в 1. Валера бит последний. Китов нет у Хероки. Нужно спешить. Валера может играть на время. Так. Не дефьюзится бомба. Пошел. Прикрыть тиммейтов. Нет. Какие две головы. Как же они пытались прикрыть, но не было инфы, бомба открытая, ну, да, была. Взрывается бит, но это не важно. 1 в 3 спасает команду от провала. Что там, не слышно с наушниками? Что? В порядке. Нави так бодренько бегут, как против Юспов. Ну смотри, снова Элик по такой вот игре как-то тайминг ловит. В который раз уже с тех ковров. Валера под Молотов забирает Сьюша, перфект разлить рефреша. Как же падает Хероик. Не свойственно. Вот то, о чем я и говорю. Вот, ну, неудобные эти Нави для них. Ну просто неудобные. Ладно, это 6-2, так или иначе, уже сейвится. Снайперская винтовка и АК-47. Ну, потому что вот реально видно. С какой уверенностью это все исполняется. Умыч продолжает активно общаться. В каждом раунде супер. Боком! Не видели Бумыча, походу? И Бумыч не видел на букве, наверное. Да. Ой, это позволило Сьюшу дать размен. Бит открывается с андерграунда. Хаешка тут по нему неприятная. Он уже спалился. Перфект. Еще дергает Б. Слушай, ну Хероики сейчас до конца не знают наверняка. Но дергаются. Начинал дергаться Кейдиан. Возвращается уже на апленд. А там, но пропустили. Выпустили. Снова снова выходит электроник на апленд. Каким-то чудом не забирает Ставна. Фраг от Симпла. Симпл. Бомба падает. Его Кейдиан. Бомба падает. Бит. Все-таки разменялся, но времени супер мало. 25 секунд. Нужно как-то пробиться в базу А. Почему-то Тессис на Б до сих пор. Хотя бы инфа-то по бомбе была. Ну, а, кстати, возможно, и не было, учитывая. Ну да, не стоял бы так Тессис долго, если была бы инфа наверняка апачка. Так Симпла же убили с бомбой. Ну, непонятно. Тут, видишь, как-то... Не было соответствующей реакции. Ну, у Кейдина, благо, реакция есть. Это возможность... уже постфактум третий раунд для Хероик. Так, а тут услышали, заметили его притыки. Понятно, ну это запуск на Бэплэнд. Да, была информация, Кейдин уже ловит перфекта. Выпад от Элика, рефреш, задолжил флешку, справляется. 5 в 3 большинство для датчан. Симпл ждет, что кто-то сам выйдет к нему на прицел, но этого не происходит. Остановили этот быстрый раунд от команды Нави. Хероик бит, замечает, но Ставн тоже заметил бита. Бумыч двоих!
И разворот. Да. Разворот в коннектор. Не, там стан не дает такому происходить. Simple. Так, нормально, замуился. Но и Тесс замуился у нас в ладдер. И Хае, и Молотовы понимают, что там уже может быть Бумыч. Пытается его туда выгонять. Но Кирилл с тайминга выходил, рефреш доконтролил его. Есть энтри для датчана. Это очень-очень приятная ситуация. Непосредственно для Хероик. Нави немного все-таки растянулись по карте. Сейчас фокусирую свое внимание под базы А. Вот там позиция с Юша на сэндвиче. Довольно перспективная. Кейдиан даст свой выстрел. Отвлечет на себя внимание. Ну и здесь все будет в руках Нави. Начекают ли они такую точку? В центре бит. Ну, это такой бычок. Нет гранат. Вообще ноль. Ноль гранат у Нави. Да, только на стрельбу, только хедшоты. Но, кстати, какой-никакой размен навязывается. Вышли уже на красном свете в коврах. Но да, без гранат. Нет, смотри, у перфекта есть дым и флешка. Что, кидать внешечку. Есть флешка. Ну, время еще есть. 35 секунд. Работаем. Ставан. Прогнали его немного назад. Кейдиан. Не попадает или это... Нет, прострел он попал, походу. 33 хп у Симпла. Нужна бомба до рассеивания смока. Успевает последнюю секунду. Перфекта. Рефреш. Погиб. Меньшинство у Хероик. Какой же хэдшот от Ильи. Ну что ж, тут в ретейке два вика. Кейдиан красный. Фраг отставно есть. Есть информация по биту, который в коннекторе. Что? Ставн. Ставн. Ставн забирает бита. Боже, как же он отпикивает. Как же играет Ставн. Александр Коби Брайан просто две хаешки закидывает. Ставн последний. Один на один. Супер мало времени. Прыгает на Симпла. Но Симпл исчез. Просто исчез. Ставн. Нужно уходить сейвить. Что сотворили Нави? Без гранаты. Ноги заняли плент. Такой трехочковый залетел. Ну и бомба будет установлена. Но есть тут хитрая позиция у рефреша. Вообще не догадываются об этой позиции. Сейчас Нави, рефреш. Минус один есть. Минус два есть. Минус три. Ай-яй-яй, патроны закончились. Будет? Нет, не будет третьего. Сколько хп на Нави? Просто посмотри, сколько хп. 23 на троих. 23 на троих. Но хаешек нет. Хаешек нет. Симпл с авиком. Может забрать первого. Фейк дефьюз. Попадает Симпл, да. Ну и один в три для него. Он последний вряд ли, да. Здесь можно даже подсейвить Александру. Ой, жесть. Запотевание максимальное происходит. И это действие сработало. Так, так, так. Тут быстрый выход с разменом. 5Б хотели разыграть Нави с этим авиком и Тек-9ами. Но, походу, да, отменили. Отменили фаст тайминг Хероик. Размен неплохой для Нави, но у них нет девайсов, только Симпл с АВП. Так, так, так. Ну все еще у Симпла авик в руках — это опасные вещи. Посмотри, сколько еще гранат имеется в орденах побеждать. Кстати, интересно, то есть сделали выбор в пользу такого вот раскида, а не каких-либо пистолетов или девайсов. Я вообще не понял. Хотели вылететь на Б, закрыться смоками и на таймер сыграть. Ну вот смотри, там флешки, молики, смоки, но глоки при этом. То есть интересно. Может, такое интересное готовили прям нереальную заготовочку? Может, в будущем посмотрим на эту заготовочку. Пока под раскид на. Тут, кстати, никого особо нет. Один с юж мы видим на коннекторе. Кейдиан пропушил центр карты. И, наверное, даже на Терри спаун пойдет капитан команды Хероик. Подтягивается Ставен на хелпу. Гранат очень много, но Бумыч вышел до раскрытия смока. Ну и Сьюж здесь под смочок мансует. Ну, последний уже Симпл остается. Рефреш его в дым находит. Это шестой раунд для Хероик. Возвращается датчане. И, честно, в какой-то момент смотрелось, что Нави просто катком пройдутся на Мираже. Настолько много всего получалось. Не случилось попадание. Ставн видит бомбу, но умирает в апдауне. Может, на. Да, Нави сейчас на пойдут. Это разворот под Валеру намечается. Так, ну занял он уже хелпу, слышит. Но он слышит двоих игроков КТ. Все-таки... А бомба у Симпла осталась. Сейчас могут фейкануть разворот на А, и при этом вообще доигрывать Б Нави.
Рефреш забирает электро. Ника уснул Кидин. Куда вообще выцелил? Что кирпичи рассматривал. Здесь просто символ вырубает. Но это будет 3 в 3 при поставленной пачке на Б. Будет попытка ретейка, но бит моментально пресекает выход через коннектор. Там же рефреш. Ну и только позиция Тессоса еще может что-то здесь поменять. Контролит его. Да-да-да, все, нужно уходить. Нужно уходить на сейв. Два девайса. Симпл. Жестко. Жестко-жестко. На самом-то деле, в первой половине Нави отыгрывают в атаке. Но не зря. Ни один раунд у Heroic взяли. Флешка. Идеальный выход. Стан дожимает. Все-таки бита не сразу пошла. Стрельба. Вот тут уже репик Бумыча был слишком рискованным. И мы видим 3 в 5. Ничего не остается другого, кроме как пушить базу А на четверых игроков защиты. Ну, походу, 8-7 все-таки будет. Ну, Стан 17-й фраг оформляет. Просто бегает, бегает. Везде пикает, душит. Идет, идет игра удачайно, как и вчера. Последний остается электроник. Ну, и его уже забирают. Уж это короче. Полетели. Пистолетка от Heroic в атаке. Три флешки на команду. Пешки также имеется в руках. Ставна. Запускание под коннектор. Ловит уже электроника. Так, бис здесь в верхнизе живет. С искры Бумыч умудряется дать хэдшот с разворота по рефрешу. Фраг от Кедиана. Большинство для Heroic. Сьюж, отличная позиция. Но Симпл его все-таки проверяет. Беретки в деле. Два хэдшота от Симпла. Пошел дальше работать. Третьего почти забрал. Но нормально. Перфекты страхует. Один в один. Что-то как-то тут один в один остались, пацаны. Ух, как-то я упустил, как к этому дошло. Там чуть не до 4 же был какой-то момент, но перфекта в итоге забирает клатч против Кедиана. Жесть. Ну, Симпл. Тут смотри как. Второй раз уже, да, с беретами. Хорошие пистолеты, друзья. Бит забирает Сьюша как-то, ну... Попытка пикнуть окно провалилась. Ну да, что-то вот от Дигла пытался на уверенности, но. Кедин стан по итогу последний. Это экономический от Heroic. Будем разгонять свои взоры уже к более важному раунду. Ну, следующим, соответственно, уже будет закуп от Heroic. Фаст слив произошел. Что-то тут 2 в 5, правда. Не очень торопится у нас атака, но все мы понимаем, к чему это движется. Перфекта на приемочке. Аккуратничает, кстати, боится, видимо, из Дигла здесь отъехать. Электроник в тылах, но тут фармилка спереди, фармилка сзади. Куда бы ни пошли игроки Heroic, везде плюс экономика для Na'Vi. Параллельно не забывайте матч Квазар и Юник у нас идет на втором канале мейнкаста. 8-6 там статистика. Плотная борьба под занавес первой половины. Крошу откинул. Есть под коннектор. Молотов Зиг, что... Выход, выход от Heroic, дым хилпу, это сплит апплента, бомба, дым на искре также лежит, уже энтри по Бумычу производится, зигзага пикает, электроник с Фомасом умудряется, чуть не двоих забрать, бит, Юмпа даже дает фраг, 3 в 2. Дальние перестрелки на руку команде Heroic, падает перфекта, Симпл последний, но там двое красных, бомба все еще не установлена, Симпл, 28 хп у игроков Heroic на двоих. Пошли пикать, но это же Симпл. Куда пикать? Не-не-не-не-не-не-не. Смотри. Там просто реакция Кирилла, я думаю, говорит за все. Александр. Ну, жестко. Тут, ну, что? Ничего не сказать. Выход на базу А мы уже с вами наблюдаем. Бумыч принимает в виде троих. Какой-то непонятный хедшот поставлю. Второго сюда же. Залетает, залетает у Кирилла, под смачок свой работает, более чем удачно, что еще и бомбу не даст установить. Ну, не он, но Илюха перфекта не дает состояться бомбе, ну и что там, 12 какой, 7 уже еще? Да, 12-7, дамы и господа, может какой-то тайм-аут нужен Heroic. С половиной минуты работает хайповоз, кстати, уже второго уровня, всем рады. Симпл энтри, что-то куда-то спешит команда Heroic? На следующую карту, что ли? Ну, все ближе и ближе мы к просмотру Инферно. Ну, не клеится ничего совсем у Heroic, но... Смотрим. Три в Б-доме находится в Андере. Ставна отыгрывает люркера. Обновляет Симпл Молик. Что, будет за ним стан пикать? Нет, нет. Подгорел, тут его еще услышал. Бит, должна быть информация. Что? Заход Б. Ага.
Ну, все, Simple уже даже так просто пикает андер, забирает став на 26-8. Simple просто. Ну, на Б еще можно выйти, на самом-то деле. Бит тут чуть-чуть не успевает. Перфекта за плентом. Бит останавливает Сьюша. Не хватает какого-то смока на момент выхода. То есть открыто вообще под все позиции. Оказываются герои. Кейдиан 8 кп, разменный минус дал. Но это даже, знаете, такой экзит фраг был. Попытки засейвить, но тут уже мидл-то пропушили. Кейдиан. Кейдиан. 5 подряд для команды Na'Vi. Simple бомбит. Тут вообще, ну как-то вот с первых раундов заряжены были Na'Vi. Так, ну поставить бомбу это еще полдела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, залетает. Какие головошоты с так 9-го. Слушай, так это возможность. Самого опасного вырубили, хотел я сказать. Но Тессис помогает фрагом по рефрешу. 3 в 3, 3 в 3, врыв под флеш. Элик забирает Сьюша, Кейдин из там последнее. Ну что ж вы, Хероик, даже такие вот возможности свои заливаете. Ну хотя бы бомба, стоит. Ретейк только из одной позиции. Став, он не попадает по голове. Электронику можно дефьюзить эту бомбу. Красный Кейден с Глоком против троих. Глок! Нет, даже не выстрелил. 14-7 для Na'Vi. Ну, так, что там снова активно Simple. Снова таки с Бумычем обсуждают. Не знаю. Пока как-то тяжко все смотрится. Даже не знаю за счет чего. Нет, Сьюш, правда, флешку съел. Так, ну что ж, проход под верх низ. Снова дайте поиграть человеку. У него экран весь белый просто. Валера, минус 2 вверх низе. Размена Тессиса. Большинство для Na'Vi. А Сьюш, конечно, бедолага. В итоге 45 секунд. 3 в 4 остаются Heroic. Simple пропушил ковры. Увидел, что тут никого нет. Бумыч разворачивается на центр, но там АВП контролит. Правда, немного не тот угол. Пытаются выпустить ставно. Поближе через кон. Бомба ближе к Б. Это Тессис. Есть минус, может на теперь. Simple, не читаю здесь походу. Времени мало, он может не дать поставить бомбу. Так. А бомба-то вот она! 17 секунд, Тессис-то бомбу на, не понес. И все, Илья сейчас забирает бомбу. Ой, все. Это раунд для Na'Vi, 15-й. Что, подменили Heroic? Вот это атака на Мираже? Это 5 мидл? Я не знаю, что, ну... 15 секунд, бомба в шарте, никуда вообще не двигается. Simple, плюс перфекта, под пуш базы Б, тут стоит-то ставан за углом. Перфекта, опача, префайр, до свидания, размен, рефреш двоих убил, на Б, бежим. Бомба, правда, на телевизоре, но это не важно. Или Элик. Важно? Ну, видимо, очень важно, меньшинство для датчан, Тессис и Сьюш последняя, но Тессис урабатывает здесь электроника, ну, все еще какая-никакая возможность для Heroic зацепиться в этом раунде. Бит. Увел прицел, чуть-чуть не дождался Тессиса. Ну что, вот он первый в атаке для Heroic, друзья. Ну, походу, да, тут Кирилл все-таки уже далеко, тут даже, наверное, пытаться не пойдет слишком. Оп, Кейден собрался, кстати, важного человечка здесь в ногу простреливает. Ну, Сипла забирает по итогу Тессис, это преимущество для Heroic. Так, ну что, Тессис дальше. Кормит свинцом смачки. Ну, тут в коннекторе, кстати, биты электроник отыгрывают. Один лишь перфекта под плентом. Нацелено, возможно, перезанятие какой-то или файт на центре. Ну, один перфекта будут... Увидел электроника. 2 энтри килла. Ну, все. Ну, тут только магия. Магия перфекта может спасти. Ну, или замешкаются херойки. Отворачивается. Эх. Неправильное решение в этом эпизоде принял Илюха. Ну, там по звуку уже реагировал. В итоге тайминг словил. 2 в 5. Сейв? Нет, не сейв. Ну, Бумыч, возможно, снова будет сейв, как в прошлом раунде. А денег-то нет. У бита 150, у перфекта $900. Так. Два подряд выигрывают Heroic. И это уже похоже на камбэк. Бумыч вырубают, не уносят. И Молотов, и все по классике. Смотрим. Simple, но тут, ой, мне очень страшно за Heroic, нет, Кейдиан законтролил искру, фраг от Бумыча, 4 в 4, под ковры падает Сьюш, Бумыч его вырубает, размен от рефреша, 3 в 3. Шансы есть, у рожденных побеждать, все-таки закрыть карту с крупным счетом, напоминаем, это выбор команды Na'Vi, дальше будем смотреть Inferno, best of 3 матча у нас на трансляции уже стартовали, Элик, опа, вид первого, второго, не успел. 1-2 для перфекта. По итогу фраги от рефреша и стана
осуществляет подобную ситуацию на карте. А смотри, тут разворотик намечается. Да, да. Таким вот образом решили. А, в ковры, вторым темпом. Ой-ой-ой, ну прочитает ли Илюха? Ну Илюха опытный, опытный клатчер. Не в том плане, что А часто ретекать или там клатчеты. Ну, сами понимаете. Много таких эпизодов его видели. Опа, под стенку, нет. Вернулся, 13 секунд, перфекто. Без позиции. Услышал? А все уже, не, тут все. Уже все вышли. Ну, ладно. Так, ты смотри. Как херойки, да? Подзацепились. Но не в этом раунде. Тут, как мы видим, Нави не угадывают с укреплением. Стали 4Б. С помощью одного еще и нашли на сэндвиче. Ну, можно. Можно сейвить арморы, можно пытаться идти воевать. В любом случае, следующий раунд закупом у Нави. Так что тут такое. Ну, посмотрим. Временное затишье. Посмотрим, какое сейчас решение примут. Видим симпла в хлупе. Будут пытаться, наверное, либо ждать вычисляющих его, либо сам вычислять. Ну, видим, что ждет. И будет открытие. Сейчас не залетает. Нет, залетает. Пулечка с дигла. Последнее, кстати, сколько раундов уже? Симпл, я помню, был 26 на 8, когда я его похвалил. Сейчас он 27 на 13. Угу. Больше не надо хвалить, получается. Ну, либо так, либо явно мы понимаем, что он лучка для снайпера. Рожденных побеждать. Последние... Сколько уже? 4 раунда? 5? Если 5, то логотип бы горел. Сейчас, может, 5. Фраги уже там добили. Перфектов, что пишет в чат. Вроде все нормально. Ну, пока все нормально. Так, а Симпл... Там в Андре, там в Андре игрок. Там и игрок в Андре, по которому, судя по всему... Я думал, просто сейчас... Поведет Тессеса. Ладно, ну справляется. Есть энтри. Бит, открытие. Под смачок не до контроля. А как же хероики проспали вообще момент с обновлением смока? С тем, что он вообще уже рассеивается. Ну внешку ж положили. Никого под коннектором нет. Ну куда? Куда смотреть вообще еще надо? Ну 3 в 3 нормально. Еще на плаву команда Heroic. Бит понимает, что Тессес тут как тут пушит и делает минус. Большинство для Нави. Вышли вроде бы как на А. Рефреш со Сьюшем, но без установленной бомбы. Остаются только флешки. У Heroic. Бумыч контролит с КТ. Рассеивается дым. Ой, тут парный пик. Ой, ну все, рефреш последний. Ну что ж. Клатчер вин. Ну, это тот самый, та самая легенда, которая 1 в 5 брала у нас. Еще 15-14, но нет. Тут слишком-слишком разрознены такие позиции. Пик этого в одно время. Ну и победа за нашими парнями на карте Мираж. Эмоции. Sergey sitting in the pit, catches off the plant. 14 seconds, they've got to get out. Simple gets only one in return. Jumps up and Sergey, but he hasn't found the bomb. He will now. And he goes away from default because he doesn't want to get naded. He also knows there's a flank, and he also knows he needs position. Whoa! He actually gets the first one. He's got a chance. He sneaks